Итак, ребята, короче, находим М-ку или АУК, находим голограф. Играем с голографом. Голограф нашел, с кайфом. Так, ну дай что-нибудь интересное. Пока что нет ничего, ребята. Нет ничего, с чем я хотел бы постреляться. У меня где-то здесь чел падал. К2 что ли взять? К2 с глушачком. Нормально? И с голографом. А ну. Где-то глушак тут был. Сек, вот он. Уф. Сейчас как мы никого убивать не будем. Он засел. Выгоняю его. Вот отсюда. Это было что-то легко как-то, как будто бы. Но ничего сложного. Тачка едет сзади. Ладно, пойдемте, короче, файтиться. Что-то какой-то... Какой-то не файт вообще был тут. Я бы не сказал, что это какой-то даже файт тут. А какой-то нормальный лютый клоус файт. Ждем обнову, будем бегать с Киркой. А завтра уже. Опа. Уф, имба какая. Что за звук? Просто как будто мне уши в мясорубку засунули и вот так вот. Не которая, знаете, автоматическая, а вот эта, которая. Вот с этой херней, с крутилкой. К столу, которая крепится, железная такая, старенькая. Один в один вообще. Ни разу не играл с глушаком К2. Кто-то с глушаком прям... Здорово. Здорово. Челлендж. Нужно взять топ-1. Из оружия только пистолет с глушителем любой. Любые расходники. Шлем нельзя вообще. Ты хитман. 2 попытки. За выполнение 5к. Спасибо огромное. Давай попробуем. Хитман. Мне говорят, я хитман. А что, пистолет автоматический можно? Ох, как мне по ушам долбит этот звук. Ну ладно, я потерплю до конца катки, я думаю. Нифига это, кстати, сколько К2 вообще?
А, ну у него 8 просто. Ой, этот, третья броня была, поэтому я его так долго убивал. Так, так, А2 нормально, быстро убивает. Супер сетап просто. Розовенькая К2. Прям мечтал о такой. А вы знали, что вот этот брелок еще туда сошки вообще должны ставиться? Ну, у этой пушки должны быть сошки, по идее. Но их убрали, видите? Вот слева, вот эта штука. Там должны сошки крепиться. А в итоге, видимо, разработчики подумали, что эрка с сошками — это что-то такое себе решение. В каком я фильме видел К2 с сошками? Скажите мне. Я вспомнил. Ошалеть, у меня память лютая просто. Знаете где? А, в конце фильма «Поезд Пусан». Точно. Там, где они по тоннелю, короче, шли. И там с К2 чел целился, и у него сошки были. Так, ну мы, ребята, на файт едем лютый. Мы с вами врываемся в лютый файт. Сейчас будет мясо. Сейчас будет месиво. Хоба! Зашвырнул хаешку ему по звуку чисто. Немножко надо удрать, чтобы потом его отодрать. Немножко надо удрать, чтобы его отодрать. Херню какую сморозил. Ужас. Фу. Найс. Вот это огонь. Вот это я без пан закинул. Ведь чел-то у меня здесь уже. Перезарядка. Да ёб твою мать, вы откуда берётесь-то все? Дай пожить. Ну, вообще я не соврал, да, насчет лютого файта здесь? Его обманул только что. Это был лютый обман. Нас никто не остановит. Ё-моё, все-таки нашелся один. Нашелся все-таки один, кто захотел нас остановить. И его... По нему кто-то стрелял. А откуда? Я не вижу. Значит, не интересно. Все, я уезжаю, ребята. Давайте за дропами. Чат читаю. Конечно, конечно, ребята. Вы лучшие, кто лайки прожимает. Всем привет. Всем, всем добра. Не забывайте подписываться. Но нам надо что делать? Искать врагов же, да? Вот тут вражеский враг у нас был.
АБМ в катке. Это серьезно, ребята. Я не знаю. С читами играет. Зачем на него подписываться? А вот ты задумывался, а если нет? А вот если без, то что? Об этом ты подумал? Ну какой прыжок, мужчина? Он подпрыгнул. У меня тачка прикатила какая-то сюда. Или что это было такое? Что за звук? АВМ? Не, ну то, что у меня АВМ в катке, это, конечно... Может мне лютым боком встать? Так, ну у меня куда-то должен сюда чел с АВМ бежать, по идее. Все, я его нашел. Это К2, детка! Я поехал за Т3. Привет. Здорово. Вот интересно, какая у тебя сенса? Прям нажимаешь как бог. Спасибо. Так, сейчас покажу после катки. Блин, там зона что ли сверху будет или что? Непонятно пока что. Спасибо за полтосик. Я же уже ушел, ну что это за нафиг такое? Вы видели? Несправедливо. Считаю. Мопед сзади. На зеточке. О, это я должен выбивать, кстати. Thank you.
Так, там сверху в тот рипингованный чел, надо запомнить. Это мотоцикл? ВТФ? ВТФ? В смысле? Терпилая вам привет по жизни, точка, точка, но эти дальше ярите глубже себе в одно отверстие. Глядишь, что-то раскроется. Спасибо. Привет, на удачу. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо. А мы один в один. Какую-то руку мне попал, что ли? Так, ну у него на самом деле гроза. GG's, buddy. GG. Good push. Хоу! Вот такая вот каточка с К2 и с голографом. Вроде норм. Неплохо. Хорошо. Лайк, подписочка. Не каждый день увидишь парня с глушачком, с К2, еще и с голографом.